Пане президенте України, доповідаю, за вашим наказом військовослужбовці Державної прикордонної служби капітани Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь повернуті на територію України. Украинские пограничники Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак пропали 3 октября 2017 года в Сумской области. Позже выяснилось, их задержала Федеральная служба безопасности, якобы на территории России. Российский суд арестовал пограничников на 2 месяца по статьям «Незаконное пересечение границы» и «Злостное неповиновение работникам правоохранительных органов». В обмен на пограничников власти Украины вернули 2 сотрудников ФСБ – Владимира Кузнецова и Оскара Кулуба. Они были задержаны в прошлом году в Херсонской области, на берегу Перекопского залива. Российская сторона заявила, что задержанные сбились с маршрута и вышли на территорию Украины в ходе учений. Как только выяснилось, что пограничники пропали, украинская сторона предприняла попытки их вернуть. Россия затягивала процесс, но спустя несколько месяцев напряженных переговоров согласилась на обмен. Украина в целом и безпосередньо Державная прикордонная служба своих бранців не кидает. Думаю, що це дуже хвилюючий момент як для самих хлопців, так і для всіх тих, хто безпосередньо приймав участь в цих дуже складних перемовинах з країною-агресором. Сам обмен длился считанные секунды. Стороны передали друг другу пленных и сразу разъехались. На вопрос о том, что первое хочется сделать, ступив на украинскую землю, освобожденные пограничники отвечают – встретиться с родными. Дуже скучив. Обняти їх і не відпускати ніколи, ніколи нікуди від них не відлучатися. Несмотря на пережитое, оба пограничника планують продовжити нести службу далі. Вони повернуться до своїм обов'язкам після реабілітації. Олег Скрипник, Євгеній Клементів, 057 UA.